Привет, YouTube! Решаем задачу номер 1772 из сборника Демидовича. Найти интеграл синус x на косинус в кубе x, деленное на 1 плюс косинус квадрат x dx. Здесь можно сделать замену косинус x, обозначить за t. Однако оптимальнее за t взять косинус квадрат x. Тогда dt равно минус 2 синус x косинус x dx. Так, давайте сразу выразим. Синус x на косинус x dx получается минус dt пополам. Так, все готово, делаем замену. Получается интеграл. Так, давайте сначала косинус квадрат x. Косинус квадрат x мы просто обозначили за t. Еще в числителе синус x на косинус x dx. А это, как мы видим, минус dt пополам. Минус 1 вторую за знак интеграла и dt. Так, а что в знаменателе? В знаменателе все просто. Единица плюс t. Так, равно минус 1 вторая интеграл. Здесь под интегральное выражение немного преобразуем. Запишем как единица минус 1 на 1 плюс t. dt. Ну, действительно, если привести к общему знаменателю, получится 1 плюс t минус 1 в числителе. То есть в точности t. Итак, здесь уже табличные интегралы. Получается минус 1 вторая t. Плюс 1 вторая логарифм модуля 1 плюс t плюс константа. Все, что остается сделать, это обратную замену. Равно минус 1 вторая косинус квадрат x плюс 1 вторая логарифм модуля 1 плюс косинус квадрат x плюс константа. Однако давайте обратим внимание. 1 плюс косинус квадрат x это выражение, которое строго больше нуля. Поэтому здесь можно модуль опустить и просто поставить скобки. Это и есть ответ на данную задачу. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, присоединяйтесь к телеграм-каналу и, конечно, обращайтесь за решением ваших задач.